Лене было всего 16, когда она забеременела. Малыш никак не входил в ее жизненные планы. Она бросила ребенка на практически чужих ей людей. Диана, любимое обласканное дитя, бездумно доверилась парню и забеременела в 13. Мама спасла ребенка Дианы, а парня отправила за решетку. Дети начинают жить половой жизнью задолго до окончания школы, полагая, что секс – это дверь в красивую взрослую жизнь. Но для наших героинь ранний секс закончился рождением детей, и перед ними захлопнулись все двери.